Всем привет, дорогие друзья! С вами Марс, мы продолжаем проходить Обливион. Мы находимся в храме Повелителя Облаков. Что там у нас по квестам? Кровь Божеств. Санкартор. Угу. Понятно. Ясно. Хорошо. Санкартор где-то тут неподалеку, так что можно и пешком, в принципе, пройтись. Сука. Добрый вечер, сэр. Здорово. Не, но я все равно тут слезу. Будто это проблема какая-то, честное слово. Так, нам нужно добраться до злополучного захоронения Тайбера Септима и достать оттуда броню. А загвоздка в том, что там пропадают путники. Ну, не путники, а вот отряд клинков, которые в свое время туда отправились, не вернулись. Что их могло остановить, непонятно. Ну, я думаю, мы все это выясним. Стражник носится по горам. И стражнику помог, и бандит завалил. Короче, полезный я чувак. Мы уже по идее на подходе. А не, нифига, еще даже полпути не прошел. Демоны. Или бесы, бесы. Потихонечку качаем акробатику. Кто к нам пожаловал? Ага. То есть вот так это работает, да? Посмотрите, кто к нам пожаловал. И сагрился на оленя или лань, чё бы это ни было.
Там бандос. Вроде как. Да, похоже на то. Надо спуск найти. Ножи. Скотина. Сила воли уменьшается. Это еще почему? Топор зачарованный какой-то, что ли? Нет, обычный топор. Странно явно. Может, на нем просто яд какой-то был. Или зачарование. Все-таки прелестная музыка. Да и пейзажи выглядят недурственно. Графика хорошая, даже несмотря на то, что игра уже порядком устарела. Но, как я уже говорил ранее, в более ранние части The Elder Scrolls уже играть очень сложно. Арену уже вряд ли кто-то поймет, но Моровинт еще, в принципе, можно пройти по старой памяти. Давайте сделаем сейф и продолжим наше путешествие. Скелеты. Может, тут есть призыватели? Да. Прикольно, я призвал шлем и лук. Вот только стрелять мне нечем. Дейдрический шлем. Здравая тема. А призывной лук неплох. Найден Санкартор. Давайте заглянем, почему бы и нет. В любом случае нам нужно достать данный доспех. Оп. Invasion Pro Skill Master, Я не представляю, куда идти.
О, блин. Лав. Бежим. А лук работает. Хм. Странное дерьмо. Видимо, меч должен быть зачарован. Давайте сохранимся. Ловушек тут вроде никаких нет. Хотя вроде должны быть. Какой нахер? Дух клинка. Блокированием. Амулет — это хорошо. Наконец-то. Я свободен благодаря тебе. Ага. Теперь я, наконец, смогу выполнить последнюю просьбу моего лорда. Что с тобой случилось? Три моих товарища и я были посланы сюда императором Тайбером Септимом с целью выяснить, что за зло сквернило священные катакомбы Сан-Картора. Мы не знали, что подземный король Зурин Арктус восстал, чтобы отомстить своему бывшему повелителю. Подземный король победил нас и опутал своими злыми чарами. Теперь мы обречены вечно сторожить оскверненное святилище Тайбера Септима. Окей. А ты кто? Я был Риелусом, верным клинком Тайбера Септима. Не знаю, сколько прошло времени, как я умер. Мне кажется, целая вечность. Да, довольно много. Подземный король все еще тут? Нет. Он давным-давно ушел. Но его злые чары остались, не позволяя никому почтить святилище Тайбера Септима. За бесчисленные годы рабства мы обдумали все обстоятельства нашего поражения. Я верю, мы сможем развеять чудовищное волшебство подземного короля. Я хочу отдать долг моему повелителю, Тайберу Септиму. Освободи моих братьев. Вместе мы сможем снять проклятие подземного короля. Прощай! Окей. Пойду снимать проклятие. Слышь, подожди. Зачем ты беспокоишь? Я тебя не беспокою. Я вообще никого не беспокою. Я пытаюсь понять, куда мне идти дальше. Так. Чё по карте? Угу. Я понял. Вроде как. Там опять призраки. Ну, скорее всего, да. Порядок. Так, ну ты иди по своим делам, а я займусь твоими товарищами. Ой, мимо.
не видно ни хрена. А, то есть я все-таки правильно пошел в предыдущую дверь. Вот это. Ну, пойдем. Пойдем, разберемся, расквитаемся. Благо, стрелы есть. Нет, стоит вернуться. Интересно. А как туда попасть? Ну, видимо, в обход. Spooky little shit. Why? Что-то оно какое-то дохера меткое. Не знаю, что я буду делать, если мне стрел не хватит. В них только эктоплазма, сука. А искать стрелы в темноте — это потеря потерь вообще. Все, победа. Че это за такое? Секай. Это двуручник клинков. Вот не встречались ли тебе Алан и Вальдемар? Риелу спал в нижнем зале. Мы были разделены. Туман ослепил нас. Нет. Это был сон. Теперь я проснулся. Я должен сдержать свою клятву императору, и тогда я смогу наконец упокоиться. Ну, давай, давай. Слышь, так подожди, если он зачарован, значит я, по идее, могу им рубить призраков. Скорее всего, да. Надо потестить. Так... Катакомбы, зал. Ну, другого хода нет, поэтому пойду сюда.
Северный ветер. Вот это получше. Надо будет еще с того поднять. Сабельку. Именем Тайбера Септима, именем клинков, отойди в сторону. Мешая мне, накличешь беду на свою голову. Че, дурак, что ли? Ладно, неважно. Пойду-ка я обратно. Остался еще один. Ихний брат по оружию. Так, это, судя по всему, главный зал. Ну ладно, не буду я возвращаться уже за тем клинком. Заберу последнего, да и ринусь за доспехами. О, режет. Нормально. Странно как-то, стрелы попадают, хоть и они не зачарованы. Тяжелые доспехи? Простите, а о чем речь? Щит, понятно. Ого. Так. Похоже на тюрячку. Но тут определенно хода нету, там не вернуться. Идем дальше по коридору. Опыт. Что значит удар холодом не подействовал? Все подействовал, он же сдох. А вот и клинок. Че у тебя там? Древняя кавирская катана. Ну давай посмотрим. Благодаря тебе я свободен. Освободи моих братьев, если они все еще в плену. Вместе мы очистим это святилище от нечестивой магии подземного короля. Ну, окей. Я вроде справился. Давайте посмотрим, что там за... Кавирская катана. Древняя кавирская катана. Ну вот. Вот это вот древняя кавирка. Лучше. Северный ветер, пожалуй, приберегу. Так. Выход-то где? Или просто идти за вот за этим поциком? Видите, я тоже клинок, я тоже со щитом, тоже с катаной. Угу. А, вот так вот, значит, да? Я тоже так умею. Чё, блядь, ты думаешь, ты один такой умный, что ли?
Ну-ну. Вальдемар. О, сундук. Пусто. Ну, на всякий случай. Ну, шевели жопой. Нет, чтобы вот сразу переместиться, короче, и упростить мне задачу. Так, нет, ты пока, блядь, дойдешь, ну, сука. Какая веселая прогулка. Призраки открывают двери. Класс. Ну, вроде все. Куда он пойдет дальше? По-любому же сюда, да? Да, я лучше, пожалуй, возьму северный ветер. Скорее всего, мне встретится призрак. Ки. Призраки четырех проклятых клинков рассеяли злые чары, наложенные на святилище Тайбера Септимия. Путь к доспехам открыт. F5. Доспех Тайбера Септима. У меня в руках, теперь нужно отнести его Мартину в храм Повелителя Облаков. Давайте хоть примерим. Вот так вот выглядит доспех Тайбера Септима. Никаких на нем эффектов нет. Ну да ладно. Пойдем. Спасибо, ребята, за помощь. Удачи вам. Так. Самое время сваливать из этого злополучного места. По-моему, где-то тут я дрался со скелетом первого клинка. Древняя кавирская катана. Точно такая же, да? Как я поднял. Нет, это явно не та дверь. Придется обходить. У меня просто такое чувство, что я хожу кругами, тут все такое одинаковое. Кстати, вот чем еще Обливион менее интересен, чем Скайрим? Там, когда заходишь в подземелье, ты мог напороться на случайный квест и тут же начать его выполнять. Там были случайные неписи, которые уже и сразу и выдавали квесты. То есть дух вот этих вот приключений, он присутствовал.
Здесь же большинство подземелий квестовые, и кроме определенного хорошего лута больше ничего и не найти, но опять же в редких отдельных случаях. Так, древняя каверская катана. Они чем-то отличаются, кстати, смотрите. У этой такие беловатые ножны. Не, они одинаковые, 0 в 0. Даже видите, ножны не меняются по виду. Ну да ладно. Всегда любил катаны. Сэр? Боюсь, расшифровка мистериума Заркса идет слишком медленно. А как твои дела? Как поиски доспехов Тайбера Септима? Да, как бы вот они. Возможно, в моих жилах и течет кровь Септимов. Но в твоих кровь героя. Доспехи самого Тайбера Септима. Джоффри будет потрясен, когда увидит их. Ты можешь уверить Джоффри, что я не испорчу эти доспехи. Все, что мне нужно, соскрести частичку божественной крови Талоса. Похоже, клинки относятся к реликвиям Тайбера Септима не менее ревностно, чем священники. Я тебя понял. Чем я могу еще помочь? В твое отсутствие мне удалось достичь продвижения в разгадке ритуала Мистериума. Третий предмет, нужный нам, это великий Велкинский камень. Это что такое? Вероятно, тебе уже встречались меньшие велкинские камни. А, их да. Довольно много в руинах Айлейдов. Но великий велкинский камень отыскать не так просто. За ними была устроена настоящая охота, ибо они очень высоко ценятся магами и волшебниками. Так за годы они исчезли один за другим. Я знаю только об одном месте, в котором, по слухам, еще сохранился такой камень. Это руины айлейдского города Мискарканд. Блять. Многие сгинули там, пытаясь отыскать этот великий камень. У нас нет выбора. Поэтому тебе придется добиться успеха там, где другие сложили голову. Расскажи мне про Мискарканд. Ну, я, в принципе, знаю, что это за место. Это столица одного из древних айлейдских королевств, которые процветали в Сирадиле до воцарения людей. Говорят, в этих руинах все еще бродит мстительный призрак последнего короля Мискарканда. Ну, правда да. Или нет, беспечности там не место. Будь осторожнее. Я тебя понял. Осторожнее, друг мой. Давайте-ка посмотрим, где это. Недалеко от Кватча. Можно, в принципе, отправиться. Почему бы и нет? По идее, я успею. Ну, может, серия, конечно, немножко затянется, но я думаю, до конца этой серии мы справимся. Чё, бандосики? Чё, стрелять в меня будешь? Давай. Пострелял. Какой молодец. Хорошая катана. Тут еще один дейдрический принц обитает. Вернее, статуя, которой тут поклоняются. Так, еще одни врата Обливиона. К ним я лучше приближаться не буду, но их нахер. И... Ноктюрнал?
Не, Меридия. А похоже на Ноктёрнал. Ну ладно. Путеводная звезда Меридия. Помню этот квест из Карима. Здоровский он был. А вот мы практически на месте. Сейф. Гоблины. Так, теперь мне нужно отыскать великий Велкинский камень. Ах! Ах ты, сука. Скорость уменьшается. Почему они вешают на меня дебафы? Да, тут я, пожалуй, факел в руку возьму, потому как не видно тут ни черта. Где-то должен быть рычаг. Это вот обычные камни велкинские. Да откуда оно стреляет, это говно? Тут был чей-то лагерь. А разработчики тебя сюда поставили, типа, чтобы мне сюрприз сделать, да? Нормально, прикольно придумано. Угу. Это то, что мне нужно? Давайте проверим. Не совсем то, что мне нужно, конечно. Но надеюсь, что мне повезет. В кнопок я, конечно, там не заметил, но вряд ли эти двери открылись. А нет, смотрите, открылись. Тогда пойдем, пойдем. А вот и Велкинский камень. Харе меня рубить, говна кусок. Так.
Так, а что тут есть? Кроме велкинских камней. Какая-то шкатулочка. Ну ладно, потом посмотрю. О, не, в жопу оно у меня закрыто, хорошо. Ковыряться как-то неохота. Нужно по-быстрому найти. Переключатель. И свалить из этого злачного места. Это что такое? Выскочило, блядь. И чё он весь натыкан стрелами? Открой! Говно. Вот и кнопочка. Так. Нет, там просто камень. Неужели я ошибся? Я думал, что под тем постаментом камень. Видимо, нет. Досадно. Так, тут нужно лестницы поднимать, по-моему, да? Значит, нужно искать кнопки. Которых в этом зале почему-то нет. Тогда давайте пройдемся по верхнему залу. Поищем кнопки. Что-то так захотелось на арене подраться. Хотя это та же дрочь. На самом деле, боевка в Elder Scrolls всегда была довольно интересной. Но сейчас она смотрится как-то деревянно. Лич. Посох твой где, говно? А, ладно. Иди в очко. Я же подобрал ключ. Я же подобрал ключ, сволочь. Так, ну ладно. Ну, он взял и все позакрывал. Ну, не тварь. Сука. Да вы посмотрите только на это говно, а.
Твою мать. Это пиздец. Прям малейшая ошибка, и все упадут. Сука, ну... Раз, два, раз, два, раз, три, четыре, два, три, четыре. Да ёб твою мать! Отмычек 14 штук осталось, что ты творишь-то? Ладно, спокойно. Я переломаю сейчас все отмычки, блядь. Так. Сука! У меня есть 6 отмычек с нуля. Считаем. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Сука. Не имеет смысла. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты, блядь, тварь. Ясно, понятно. Чё, грузимся? Ладно, я, наверное, включусь, когда взломаю, потому что, ну, нахер оно вам надо. Но я взломал. Это было со второй попытки. Видите, я не использовал unlock. Нет, я, блядь, справился. У меня две отмычки осталось, сука. Ёбаные замки. Твою мать. Блядь. Ладно, ничего, все хорошо, все нормально. Я справился. Не знаю, нахер это было сделано. Я же вроде брал ключ. Ну, похер. Выпусти, выпусти меня отсюда. Ублюдочная задумка разработчиков. Хера было все двери закрывать. Непонятно. А чё, отправлюсь в столицу и попродаю там это говно, почему бы и нет? Вот только я не совсем помню, где тут выход, но ладно. Так, вот тут кнопка. По идее, выход где-то рядом.
Да, похоже на то. Это было непросто. Кстати, вот эту беду же можно поднять как-то, но... А что там внутри, кстати? Сейчас давайте посмотрим. Угу. Клетка с камнем Варла. Камень Варла? 1000 стоит. Охереть. То есть где-то тут определенно есть механизм. Давайте просмотрим комнату, я не помню как... Я помню, где-то тут рычаг должен быть. Вот. Только я не помню, где конкретно. Ну, 1000 золотых стоит камушек, это хереть. Вот это вот? Да. Ну вот, теперь все. С чистой совестью и полными карманами можно отсюда сваливать. Смысле, блядь? Это еще не все? Да, большое подземелье. Возвращаться дольше, чем проходить. Надо будет барахольщика найти, ему все это сплавить. Оба-на. Тебя тут не было. Так. Это было замечательное путешествие. Но самое время чиниться, продаваться. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Я между серией продамся. И, собственно, продолжим.